Всем привет! Женька готовит мне боевого коня. Сейчас буду ехать на велике. Я, наверное, я не помню, когда мы ездили на нем. В том году? Год не ездила. Ну, умею. Боюсь, что забыла. Чтоб не завалиться. Камеру чуть почини. Ну, качни камеру, конечно. Сейчас поедем на кладбище. Жара такая на улице вообще. Лето. Облачко. Солнце светит и греет. Либо, конечно. Помыть? Мешало. Да нормально, натер он и хорошо. Это Софийкин велосипед. Это на сколько мы её покупали? На день рождения, да? На 10 лет. Да? На день рождения. Ну, мы приехали на день рождения и купили. Мы же тогда были в Кременчуге. Уже день рождения прошло. Ну, после дня рождения, но мы покупали на день рождения подарок. Мы прибыли. Доехали, все нормально, без происшествий. Так, у нас тут фронт работы. Ну, так, знаете, мы тут раз... Это года два назад, да, напалм брызгали, и трава, да, повыжигала. Надо было, мне думаю, еще осталось, надо ее было взять. Если она не пропала. Надо посмотреть. Эти нарциссики, да, цвели. Отцвели нарциссы, отцвели тюльпаны. Юбка разрослась. В общем, сейчас вот это все будем вырывать. А потом Женя, может, приедет, все запшикает, чтобы новое не лезло. В общем, так. Ой. Рядом вот это могилки. Тоже, наверное, никто не убирает. И уже деревья поросли. Смотрите, какие большие. Вот это их, они такие... Их так тяжело вырубывать, вот это. Знаете, все заросло. Все, приступаем. Фронт работы. Сейчас будем убирать. А? Ребят, сколько похоронено флаги. Солнце шпарит, девочки. Не взяла с собой головной убор. Еще думала. Они с меня смеялись, что кепка чудная. Надо было в сумку кинуть. Чудная, не чудная. Фух, купальник надо было одевать, тут загорать. Работать, загорать. Сейчас тебе надо рассказывать, сказать, ты что, с ума сошла? Да ну я шучу, ну а что? Не, ну просто жарко, надо было футболку, майку взять с коротким, рукав он поподворачивала. Ой, фронт работы большой. Я вот тут чуть-чуть уже все прошла, Женя тут. Достала тряпку, взяли, ну может там памятник помыть. Ой, мне уже, я вот под коленки, на коленки стала и потихонечку выбираю. Женя там попрочищал все. Эти, как они назывались? Сентябринки, да? Что? А, вот это. Ага. Сентябринки. А, о, хорошо, ты убрал. Они ж у нас зелененькие, а тут сухари остались с осени. Вот. Ну, ладно. Вон у людей как чистенько. Травка не растет. Хорошо. Все, порядочек навели мы. Женя завтра приедет, все побрызгает. Если можно было сразу все побрызгать, а потом просто ну, убрать. А мы так вот. Ну, кое-где еще там ну, нормально, чисто лучше, чем было. Чистенько, жарко. Сегодня прям ни ветерочка, ничего. Юка так выросла. Я загорала, да, футболки загорала. Нормально. Водичка пошла хорошо. Повыпивали. Сегодня это чистый четверг как раз. Вот мы и поубирали у Жениной мамы. Она любила чистоту и порядок, так что у нее чистота и порядок. Женя, завтра Страстная пятница, нельзя ничего делать. Это, ты песок насыпала раньше тут? Да? Ну, она швейшенькая площадь с песком. Ну, такая какая-то. Побольше песка не привозят уже. Лянькая овчарка. Да? Ну что, на чей будешь? Большой такой.
немец. Чей-то? А чё ж он сам бегает? Там уже сбежал. А мы уже дома. Приехали домой. Уже и стирку постирала еще одну. Одну развесила, ту, что уехала, стирала. Еще одну постирала, покупалась, девочки. Так мне хорошо. И смотрю, наблюдаю за лицом. Я ж целый день была на солнце. Я когда собиралась, SPF нанесла, а потом перед выходом еще нанесла вот тот SPF, который вот тот тверденький. Думаю, я ж буду на солнце. Но пока вроде бы нормально. Значит, все хорошо держит. Вон, потому что я ж на солнце пекло так в лицо. Думаю, эх, SPF-чик защищает. Я тут с Анюткой общаюсь и нагрела себе поесть. Снова плов. Такой добрый плов. Так, купили мне знакомые присыпочки. Думала, Пасхи, девочки, не буду печь. София просит, мама, спеки. Я говорю, у меня даже присыпок нет. Присыпок. И не купила я, знаете что? Я не нашла сухое молоко. Посыпки мне привезли с АТБ. Люди ездили в соседний город. Не в Покровск. Дальше. И там не было. И у нас по магазинам сегодня прошлись. Сухого молока нет. Я же хотела вот эту намазку на Пасху сделать из сгущенки и вот этого сухого молока. Все. Ну, буду делать, София. Делай обычно с белка. Как обычно. Тут гоголь-моголь. Ну, может, за эти дни еще куплю. Ну, а что тут осталось? Два дня. Микуська тоже наелась. Я уехала, говорю, София, покорми Мике. Прихожу, а она бегает, лыскает тарелку. Ну, София говорит, я ее покормила. А там был маленький кусочек на один раз. А София его разделила на два раза. И она сказала, мам, я не наелась, такое голодное было, да? Сейчас ты лапу задираешь, сейчас я свет включу. Вот уже лапа-задиралка. Лапа-задиралка, Микуська. Микуська. Сказала, мам, я наелась, так хорошо мне. Ой, пузико такое толстое. Это ты поправилась, да, поправилась. Ты улыбаська моя. Улыбается мне и все. Улыбается. Чистенькая такая, пахучая такая, хорошенькая. Хорошая девочка. Да. Хорошая. Такие глазки у тебя. Холёсенькие. Моя любимка. Вчера тоже вечером, я же ее покупала, с вами тупо попрощалась. А потом лежак беру, а он так неприятно пахнет. Так я вчера и лежак постирала, на ночь вывесила, а ну и до утра высохло все. Так что у нас все чистенькое, чистый четверг, все выкупались, перестирали все, постели поменяли. Мама сегодня с утра меняла, стирала, стирала. Скажи, а что ты мне рассказываешь? Скажи, иди ешь. Так, буду есть, девчата. Поем, посушу волосы. Сегодня звоня моя зрительница, родственница. Она говорит, Наташа, почему у тебя мало лайков? Почему ты не говоришь своим зрителям, чтобы они ставили тебе лайк? Благодарили тебя. Девочки, ставьте мне лайки. Она говорит, все просят, все блогеры говорят. Ты, говорит, никогда не говоришь. Я говорю, ну, я редко говорю так. Так что, кто посмотрел видео, поставьте мне лайк. Спасибо. Вам не тяжело, а мне приятно. Спасибо. Я говорю заранее. Мне куска огурец сдать. Я их не солила. Вот огурчик. Ой, а я разбулась, девочки. Пошла купаться. Ноги. Это вымыла. Смотрю. Между пальцами мой педикюр был как этот. Это после огорода. Я ж обула кроссовки. А они эти, сеточка, а там же земля, все в пыли. Ну ничего, у меня такие старенькие кроссовки, как я покупала, что они не очень удобные. Ну так, иногда бываю и жаркие. В них сейчас ходить, вроде они с сеткой, но ходить в них невозможно, нога прит. Мне хотелось на кладбище вообще разбуться, так жарко было сильно. Женя еще смеется, говорит, ой, ты белые носочки, да, делаю. Я говорю, ну, конечно, под белые кроссовки белые носочки. Тоже мылом позатирала их сейчас пятновыводителем, потом надо постирать. Кушает огурчик, вот она любит огурчики. Любит огурчики.
А я ж паски думаю, печь, не печь, девочки, печь, не печь. Сегодня я говорю, я, наверное, не буду печь. А еще с мамой разговариваю, она говорит, да пеки, что ты не будешь печь. София говорит, мама, как это ты не будешь? Я говорю, ну ладно, а присыпки нет. Я говорю, подружка поехала в твой магазин, ну позвони, пусть они купят нам присыпок. Ну, а присыпки, я думаю, тут, наверное, были где-то. Ну, тогда, если у нас тут нет, куда-то поехать. Хотелось мне вот эту на пасочку намазать, сухое молоко. Ну, может, еще это видео выйдет у меня завтра, пятница. А что? В Экомаркет сходить. Не знаю, кто местные, девочки, подскажите. Сегодня едем с кладбища. Идет женщина, похожа на девочку, которая Мики подстригает, грумер. А еду, кричу, Марина, привет! Она поворачивается, это не Марина. Говорю, ой, я ошиблась, извините. Она мне, Наташа, привет! Вы твои зрители. Так что вам тоже огромный привет. На велике так понравилось ездить. Так, я говорю, Женя, надо почаще. Он говорит, куда ты сейчас поедешь? Никуда далеко не уедешь. Но мне понравилось. Надо будет себе тоже купить велосипед, чтобы у каждого был велик. У нас Женя любит сильно велосипед. Он обожает. Я в детстве тоже любила на велике. Когда училась, вот этот велосипед, Украина был. А мы малые, на него не можем залезть. Так мы под рамой ездили. Вот скрючишься под рамой и катаешься. Там тебе кто-то даст велик, на, покатайся. И вокруг дома давай ездить. Ездили вы под рамой? Кто ездил, напишите. А потом мне купили велосипед. Название было у него такое. Мне было стыдно. Прима. По-моему, такие были сигареты раньше. Прима, да? Ну, он так назывался. Он был дамский, и там были тоненькие колесики такие, вот, как вот на спортивных раньше. Не такие, как в Украине, а вот такие тоненькие-тоненькие, но дамский был. И я его тягала на пятый этаж. Мы на пятом этаже жили. И я его вверх, вниз. Никто у меня родители не носили, как мы сейчас детям носим, там, заносим, выносим. Не, хочешь кататься, бери, носи. То тянешь его на пятый этаж, зато вышел и катаешься. Очень нравилось. Я прям ехала сегодня, у меня аж ностальгия детства вспоминала. На тех великах. Все время на великах. Сейчас поем. Я уже умылась, процедуры все с лицом сделала. О, лицо пыльное было такое вообще. Пыли столько. Хотя ветра не было. Вот уже гребешь, там земля поднимается. Завтра побрызгаем. Да сейчас достать это средство, посмотреть срок годности. Если плохое, новое купить. И поехать забрызгать, чтобы трава не росла. Людей много было. Ну, как много. Были люди на кладбище. Там, смотрю, убирали, там гребутся, там убирают. Панихида ж скоро. Тоже к родственникам зашли. К тете моей, к дяде, брату. Вот. Ну, там чистенько, чуть-чуть так подщипали травки. Там чисто было. Только крест у тети поломался. Женя так снял, поставил, на оградку поставил его. Надо. Новый. Памятники сейчас никто ничего не ставит. Не до памятников. Все тогда, ребята, буду с вами прощаться, то хрущу вам огурцами. Пельмени налепили, пишите. У меня еще есть замороженные пельмени. А я вчера вот этот плов готовила. С вами отключилась. Потом еще София отбивные из филешки одной пожарила. Еще столько отбивнушек получилось много.
И гречку сварила. Она обожает гречку и отбивные. Она говорит, я б ела с утра до вечера одну еду. Я говорю, поверь мне, она бы тебе надоела, и тебе бы захотелось чего-то другого. Она говорит, нет, я бы то ела, ела, ела. Я говорю, да нет, оно надоедает. Вот я плов ем. Я и утром ела плов. И сейчас ем, но вот соскучилась. Я за пловом. Все тогда. Всем пока-пока. Спасибо. Ставьте мне лайки. Я проверю, больше будет лайков или нет. Я даже, ну, не знаю, никогда не прошу. Родственница, ну, Даша, что ты стесняешься? Проси. Все блогеры просят. Ставьте лайки. Мне будет приятно. Ну, это и для канала хорошо. Кто переживает, что деньги нет, за лайки деньги не платят. Просто как активность на канале, как вам нравится, не нравится. Можете и дизлайки ставить. Кто не любит там меня, кого я раздражаю, ставьте мне дизлайки. Только они мне, правда, не отображаются. Вот раньше отображались, а сейчас дизлайков не видно. Я только вижу лайки. Ну, вы ставьте и лайки, и дизлайки. Все. Жду. Жду ответ ваш в лайках и дизлайках. Все тогда, пока, девочки. Будем печь Пасхи, да? Да, в следующее видео это у меня Пасхи будем печь. Ну, понятно, я пеку просто для себя и вам покажу. Ну, как по-правильному говорила, я должна была испечь еще их позавчера или неделю назад и вам показать рецепт. Ну, то ж такая я. У меня есть два видео. Я их оставляла в подсказках, последние видео. Там в конце, в серединке подсказки. Вот этот видео с пасхами. Так что, кто заметил, мог посмотреть и испечь. Все. Пока-пока. Поем в разлуку. До завтра. Все. Пока.